сертификаты и потом начали уже разыскивать производителей. У нас 31. Видите, сами своими руками, это мы не разрушим. Это аналитическая комната. Здесь определяются физические и химические свойства масел, моторных масел. Каждую партию анализируем, выдается паспорт, если она со себя ведет. А вот это температура застывания масел. За минус 80 определяет температуру застывания масел. Здесь единственное, это определяет вязкость масел, жидких масел. Потому что этот технопарк, то, что производит, там сейчас на выставке. Представлено вот в виде этих тарок, все эту 65 наименований скважинного материала. С вашего позволения. Türkiye için bu spekli birleşmeleri istesinde. Bir giyim katoya nakledilse yeni bir kino sertifizinin istesinde. Değişiyor istoriya ve proizvotu nefti produkta. Diagnostika etmek için bu avadanlık bize alınır. Bu yeni bir produkta гидравлическая.